Тем временем в нашей студии появились новые гости. Это семья Воронцовых, постоянные зрители нашего телеканала, которые пришли сюда на Цветной бульвар, чтобы поддержать проект «Открытая студия». И я обратила внимание, что вы уже поучаствовали в интерактивах. И, если честно, Андрей, я немножко переживала, не сорвали ли вы голос, пока болели за свою команду, за свою семью. Расскажите, как настроение? Настроение сегодня отличное, погода на самом деле уже разошлась, радует, что солнышко появилось. Это, наверное, все-таки в честь юбилея нашей Тюменской области. Поучаствовали в интерактиве? Да, посетили инфопарк Тюменской области. Я люблю тебя. Позвонили в прошлое. Выиграли от Армезонского района магнитики сегодня. Прекрасно, то есть настроение классное, день удался. Но расскажите, как живется в Тюменской области? Какие есть возможности, может быть, для детей? Какие-то увлечения, семейные традиции сложились? В Тюменской области жить комфортно на самом деле. У нас семейная традиция и, как у многих горожан, это спорт, потому что наш город, наша область в спорте развивается очень успешно. И мы не исключение, и советуем всем присоединяться к этому моменту. Ага, вот посмотрите на экран, это вы, я так понимаю, на работе, в форме. Расскажите, чем вы занимаетесь, где работаете? Я кинолог. Ну и как вам ваша профессия? Нравится. Собака, член семьи? Собака, да, активный член семьи, которого мы очень любим, которого мы ценим. Это тот же четвертый наш маленький ребенок, который всегда с нами рядом. Хотела бы, чтобы к разговору подключилась супруга Регина. Андрей отметил, что вы всей семьей увлекаетесь спортом, вам это нравится. А нравится ли? Наверное, это все-таки инициатор, наверное, муж, да? Он инициатор всех наших творческих замыслов. Но все его замыслы всегда находят нашу поддержку. Нам нравится участвовать, мы всей семьей принимаем участие в забегах и в других спортивных мероприятиях. Ну вот в эти дни у нас проходит викторина Тюменской области «Я люблю тебя». Уже успели поучаствовать в первом этапе? Да, успели поучаствовать. Вот в это воскресенье в торговом центре City Mall мы приняли участие в первом этапе. Мне попался вопрос, можно озвучить? Конечно. Блинная столица нашей области. И мне помог ответить на этот вопрос Марк. Это ваш сын, который вот рядышком с папой. Сейчас, Марка, откуда ты знаешь блинную столицу? Забыл, что? Это, наверное, секрет. Хорошо, пусть это останется секретом. Главное, что мама ответила правильно, я так понимаю, и прошла во второй этап. Да. Сегодня у вас есть возможность обратиться ко всем жителям нашего региона, поздравить их с юбилеем области. Что хотелось бы сказать? В первую очередь пожелать, наверное, все-таки дальнейшего развития нашей области, оставаться жителям Тюменской области такими же доброжелательными, такими же гостеприимными, какие все есть, и чаще улыбаться и проводить время со своей семьей. Регина, есть что добавить? Добавить тут нечего, только процветание и дальнейшего развития. Спасибо большое. Вас тоже с праздником, и мы не можем отпустить вас с пустыми руками. Наш продюсер сейчас вынесет два пакетика. Это памятные подарки от телеканала «Тюменское время». Поздравляем вас с юбилеем Тюменской области, с 80-летием нашего региона. Будем рады видеть вас в наших проектах. Спасибо большое.